доброго времени. Сегодня мы поговорим на такую интересную тему, которая связана с шопингом. Конечно, все девочки любят покупать покупки, а девочки-ведьмы особенно. Ну и мальчики не отстают. Я расскажу, что я купила в преддвериях Хэллоуина. Я расскажу, как я использую эти, казалось бы, абсолютно бесполезные вещи. И, может быть, мой опыт, мои явки и пароли вы сможете взять на вооружение и сделать не менее красивый дизайн комнаты и не менее праздничное настроение. Итак, начну с паучка. Чем этот паук хорош? Ну, во-первых, тем, что он довольно-таки мохнатый, у него гнутся его ножки. И ножек, как вы понимаете, помните из курса биологии 8, и он действительно страшный, зловещий. Можно вот эту шерстку вот так вот вздымить, можно наоборот загладить. Были еще такие в красных оттенках, но я решила, что черный гораздо более зловещий. Как его использовать? Во-первых, его можно посадить на шляпу, именно как дизайн. То есть это все проволочка, это все фиксируется. Особенно если у вас шляпа не такая мрачная, как у меня, черная, а какая-то более светлая. То есть можно с помощью паука, ой, тут не упало ничего, вот так вот сделать. Можно его просто посадить на себя, обмотать на рукав, на руку, на голову, то есть как угодно, он проволока, он фиксируется. Вот, но это еще не все применение этого замечательного мохнатого существа. Я еще, учитывая то, что люблю много колец, как и многие девочки, и браслетов, и колец, что я придумала? Я взяла, и просто для того, чтобы вам показать. Очень удобно, учитывая то, что у него 8 лапок. Можно 4 лапки заточить под белое серебро, либо белый материал, а остальные 4 лапки под желтое. И вы всегда будете знать. И, кстати, есть действительно такое указание, что серебро носим на левой руке, а золото направо. Вот, пожалуйста, можно на примере паучка это и сделать. То есть, ну да, я не знаю, сколько колец на этих 8 лапках у него вместится, но это будет довольно-таки много, согласитесь. Собственно говоря, об этом насекомом я вам рассказала, и я думаю, что он займет в моей коллекции Хэллоуин достойное место. Переходим к следующим экспонатам. Паука я купила в магазине розыгрышей. Я думаю, что в принципе его можно сделать и самостоятельно из любой старой шубы, из которой вы выросли, или просто вот такой вот пушистой ткани и проволоки. Основание пузика и голова у него, скорее всего, это папье-маше или что-то такого типа. Так, паучок идет сюда. И мы переходим к следующим моим подаркам. Этого замечательного медведя я купила в магазине Second Hand. Да, не удивляйтесь, вот такие вот замечательные игрушки. У него атмосферных секонд-хенд свитер. Вот, и с ним он вообще ни запаха, ничего не имеет, но я все равно его почистила в соли. И я его еще на открытом балконе, на открытом воздухе выдержала больше недели, для того, чтобы он именно вот полностью выветрился, очистился ветром. Очень милая игрушка, подарю своему сыну. И еще купила вот такую вот ведьмочку. Она, ну, муж сказал и все домашние, что похожа на меня, и носом, и вообще, и характером, и очарованием. Она вот такую песню поет. Да, даже громче меня она. Бывает такое. И я открываю, конечно же, ай, не падай, бабуся, я гуся. Открываю шляпу и показываю, что есть там. Я думаю, что будет интересно. Значит, шляпу я купила, вот эту, тоже в секонд-хенде. Чем она мне понравилась? То, что у нее тоже гибкая проволока, и можно как угодно этот загинать кончик ее и вверх, и вниз, и влево, и вправо. Но считается, что классическая ведьма шляпа должна быть направлена вверх. То есть это как бы антенна, связь с космосом, любой порядочно уважающий себя ведьмы. Вот. Я ее буду использовать для розыгрыша, эту шляпу, я буду использовать для Хэллоуина. Идем дальше. Еще я купила вот такие симпатичные фонарики. Я дарила практически всех своих знакомых, кто так или иначе связан с магией, и таро, и эзотерикой. Чем они мне понравились? Во-первых, они светятся.
Во-вторых, они недорогие. И в-третьих, они очень милые, прикольные, имеют вот такую ручку и сменные батарейки. Вот такая вот милота. А череп еще и меняет цвет. Да. Кроме этого, я некоторые игрушки с обычного Макдональдса и с киндер-сюрприза, которые светятся, тоже коплю. Вот, например, эта игрушка, это с Макдональдса, это привидение. Оно зубастое, оно языкастое, но мне оно симпатично и нравится. Я ему решила дать шанс на Хэллоуин стать достойным экспонатом. Кроме этого, вот такие щетки с крестом, не с крестом, а извиняюсь, со скелетом я купила для ребенка. Они тоже светятся в темноте, и это тоже, я считаю, довольно-таки здорово и довольно-таки зловеще. Думаю, даже можно показать, как оно выглядит. Вот так. Ну, может быть, ребенку можно и в два раза это дело завязать. Ну, довольно-таки симпатично из фосфора это вот так вот выглядит. И можно показать даже, как оно будет в темноте. Попробовать. Сейчас покажу. Так. Та-дам! Ну, вот так вот оно. Ну, нет совсем полной темноты, но я думаю, еще 30 числа я смогу это вам показать полностью. Так, и идем дальше. Еще. Так, включаю, а то фонарики мои до Хэллоуина уже сгорят. Надо быть экономной. Особенно, когда потратишь столько денег на сувениры. Вот такой вот. Это не какие-то старые колготки, нет. Это паутина. И ее можно наносить куда угодно. Она как капроновое покрытие, очень такая липкая. И на ней вот такие милые черные паучки. Тоже в магазине розыгрыша купила. Змею привезли мы с моря. Но она тоже довольно-таки органично вписалась в Хэллоуин меню. И, ну, конечно, жаба. Конечно, жаба была куплена под впечатлением того, что, ну, у меня есть аквариум, кто не знает. И мне показалось, что вот если я каких-то животных соберу, которые связаны с морем, с водой, рядышком положу, будет довольно-таки интересно и мило. Вот такая вот жабка. Она из таких вот шариков. Очень нравится вот так вот, даже вот этот звук слушать, перебирать. Ква! Да. Еще была куплена вот такая цепочка. Причем она меня прождала, никто не поверит, почти что. Ну, наверное, с января по август, почти 8 месяцев в магазине ее никто не брал. Вот такая вот ведьма на метле. Причем эта цепочка, это фирма Gena V. Это ювелирная бижутерия, черненное серебро, покрытие черненое серебро. Выпускает Питер. Так что, если нужно, я могу даже ее артикул, уклон написать. Может быть, вы в Питере или в Москве можете ее заказать. Хотя я ее покупала в Украине, но здесь, как казалось, кроме меня, она никому не нужна. Кроме этого, вот этого милого питона анаконду я купила в секонд-хенде. И я абсолютно этого не скрываю. Мне она нравится. Мне нравится ее жало, мне нравится ее толщина, мне нравятся ее камушки. И вообще мне нравится она. Причем я ее увидела, ушла, прошло 2 недели, вернулась, никто не взял. И что я поняла? Если вещь ваша, то она будет ждать и месяц, и два, и полгода. Собственно говоря, по покупкам, наверное, все. А, нет, не все. Еще вот такую тыковку покажу. Чем интересна эта тыковка? Ну, во-первых, ее можно использовать для печенья, для угощений, которые вы будете просить. Если вы будете ходить по домам, трюк или угощение, я думаю, что в России, в Украине никто никуда не ходит, никто никакую еду ни у кого не вымогает. Вот. У нас это делается больше на святки, когда посевают, дети ждут, что им дадут. Ну и в принципе для дизайна она неплохая. Это обычный пластик. Я не уверена даже, что он пищевой, потому что здесь на жопке этой корзины нет знака, что он пищевой. Но в целом, я думаю, какие-то мелочи здесь держать можно, более чем. Тем более размер у нее достаточно большой, вы видите. Вот по сравнению даже с фонариком. Вот. И
Что же я положила в нее? Ну, конечно, карты Таро. Какие карты Таро я сюда положила? Ну, конечно, карты Таро, которые я считаю, что больше всего, на мой взгляд, передают атмосферу вообще Хэллоуин. Думала, вообще-то колода не вылезет. Если честно, она длинная, широкая, это USGame. Думала, сейчас застрянет. Придется ее как-то доставать. Ну, такая. Так. А, я вам еще не показала одну очень важную вещь. Это просто гордость моего Хэллоуина будет. Хотя я эту гордость не могу себе приписать, но я вам ее тоже покажу чуть позже. Тыква, которую мне подарили, тыква привезена с Италии, да. И я просто чуть про нее не забыла, но вот я ее взяла, она здесь стояла. Вот такая тыква, чуть позже не поговорим. Так, значит, какие колоды? Ну, конечно, Таро Хэллоуин. Мне нравится своей контрастностью, мне нравится своей металлической коробочкой, похожей на коробочку леденцов. Мне нравится прекрасной... ироничной рубашкой позитивной, вот такой вот оранжевой. Вообще это мои цвета, мне нравится, что она прорайдеровская, мне нравится у нее вот эта деталировка, и при этом нет перегруженности. Люблю, использую, и когда у меня фонарь Джека из настоящей тыквы, то есть он у меня тоже будет, я надеюсь, если я смогу вырезать, или попрошу кого-то. Так вот, я люблю эту колоду заряжать. Я ее кладу на тыкву и, собственно говоря, таким образом заряжаю. На втором месте, ну, пожалуй, я могу назвать колоду Таро призраков Корси. Дэвида Корси. Рекомендую. Хорошая колода, райдер, но есть еще вот это вот аспект непознанности, аспект тех знаний, тех каких-то поступков, тех людей, которые вас держат в прошлом. Очень интересно посмотреть и на ней. И напишите, пожалуйста, о какой колоде вы хотите, чтобы я отсняла цикл видео. То ли о Таро Хэллоуин, то ли о Таро Призраков, то ли же о Таро Призраков Визехан, которая я пока еще на «вы». Она у меня уже несколько лет лежит, но сказать, что я с ней работаю, я не могу этого сказать. Для меня сложна такая рисовка. Для меня сложна глубокая погруженность в мифы, легенды. То есть с этой колодой нужно именно очень много читать, очень много исследовать ее. У меня есть перевод к ней, если он кому-то нужен. Но пока мне с ней сложно, и я хочу, может быть, на этом цикле Хэллоуина ее обуздать. Да? Ну и, конечно, я не могла рассказать еще о трех колодах. Они уже не такие фавориты на этот праздник, потому что я не считаю, что у них атмосфера Хэллоуина есть. Есть что-то колдовское, но это не Хэллоуин. Это Таро Вампирш от Люси Кавендиш и Оракул Света и Тени. Вот такие вот две сестрички. В принципе, их можно использовать. Но почему-то меня тянет больше на призраков сейчас, чем на красивых девочек. Да? Может быть, это странно кому-то покажется. Ну и, конечно, гиганта, конечно, гигант мой. Ой, шарик упал. Упал, но не разбился, ну хорошо. Это Таро Зомби. Вы знаете, мне кажется, эта колода какая-то заколдованная. Я сняла одну часть еще год назад. Мне там отдизлайкали жутко. Я никак вторую часть к ней не досниму. Нужна ли вам вторая часть обзора на зомби Таро? Простите. Это, видимо, да. Это, видимо, нужно снимать. Напишите. Колода интересна. Колода ироничная. Колода хорошо работает на вопросы здоровья. Как бы это странно ни звучало. То есть показывает, где у человека есть бяка. Да, и как эту бяку убирать, устранять. И в целом расскажите, нужна ли вам дополнение, обзоры на нее и вообще какие-то расклады с ней или прогнозы, или таро-гороскопы с ней. Напишите мне это все. Я надеюсь, что я еще покажу свой костюм, хотя вы его уже частично увидели. И да, эту шляпу тоже я купила в магазине розыгрышей. Я надеюсь, что вам будет интересно, мне есть что записать и что вам рассказать, а вам будет что рассказать и записать мне в ответ. Я с удовольствием послушаю, как вы готовитесь к этому празднику, какие вы расклады, какие вы блюда используете, какие, может быть, обряды. Мне все это интересно, я всех люблю и буду ждать обратной связи, буду ждать подписок, лайков от вас, ну и вообще каких-то впечатлений, понравились вам такие видео или нет. И да, я купила софтбокс, не знаю, стала лучше картинка, не стала, напишите. Все, всем пока!
Показываю тыкву, о которой забыла совсем. Чем она мне нравится? Она похожа на форму вазы. У нее такой нетипично зелено-кабачковый цвет и еще вот такие вот полоски. И она довольно-таки легкая. И кончик у нее получается как огурец. Вот так вот она выглядит. Ну что могу сказать, товарищи? Говорят, что она произрастает в Италии. Как она попала в Украину, это история похожа на некую легенду. Привезли тыкву, высушили люди семечки, и вот она дала плоды. Ну, конечно, у меня нету здесь участка, и, я имею в виду земельного. Конечно, если я ее съем, у меня останутся семечки, я могу, кому нужно, тоже их выслать. Потому что если люди есть садоводы такие, что у них растет все, с удовольствием могу их отдать. И, конечно, интересно, ели ли вы такую тыкву, потому что, ну, вырезать на Хэллоуин, это, мне кажется, преступление ее. Я хочу ее такую сестрицу оранжевую купить, обычную, классическую, что-то вырезать путное с нее. С этой я бы сделала бы какую-то вазу. Я знаю, что для мате используют маленькие тыквы, для матейницы. Но вот эту подружку мне вот прям жалко вырезать. Скажите, ели ли вы такие тыквы, где вы такие тыквы видели, если где-то были. Ну и на этом все. Вот такое вот у меня овощное дополнение к моим другим необычным видео сегодняшнего дня. Ваша Элитка-гадалка, пишите, до связи и увидимся очень скоро. Пока!